запрошую до знайомства. Це Ігор. Йому 5 рочків. Ігор – жвавий, добрий хлопчик, який цікавиться всім, що його оточує, і дуже любить дізнаватися нову інформацію про все на світі. Малюку потрібен дім і родина, в якій він відчув би себе потрібним і улюбленим синочком. І в сьогоднішній програмі ми хочемо нагадати вам про Сергійка і Сніжану, які чекають на батьків в одному з дитячих закладів Миколаєва. Я вижу перед собой замечательную картину. На ней и машина, и дом, и даже две девочки, мне так кажется, да? А почему одна голубая, а одна розовая? Я не знаю. Тебе так захотелось, наверное, да? Так, а какие цвета ты любишь больше всего? Розовый, синий, красный, зеленый. Ну вот, судя по цветам, любимым. Ты парень очень веселый, потому что такие яркие цвета может человек любить только добрый и веселый. Ты со мной согласен? Давай я тебе поговорим. Рисовать ты любишь, рисуешь ты, кстати, очень неплохо, все очень узнаваемо. А расскажи, пожалуйста, вот о чем ты думал, когда ты рисовал вот эту вот картину? Это чей дом? Давай вместе придумывать историю этой картины, так? Дом, давай это будет твой дом. Так. Там живешь ты, мальчик Игорь, с кем? С мамой. Так, хорошо. А вот эти вот две замечательные девушки, это кто? Это ваши гости? Так. А в машине кто едет? Папа. Вот. Папа, судя по тому, что машина идет от дома, папа едет на работу? Да. А есть ли у вас домашние животные, домашние любимцы? Кошка. И собака. Кошка. Кошка. Кошка у нас какого цвета, какая у него шкурка? Она пушистая? Да. Так. А цвет у нее какой? Какой у нее окрас? Черный. Черный. А почему черный? Вообще вот черный. А ты не боишься, что вот в темноте кошку нельзя будет найти? Нет. А почему ее можно увидеть всегда? Что темноты нельзя бояться. Вот, конечно. Так, если ты не боишься темноты, ты, наверное, очень смелый парень. Ну как, вот те, которые... Не боятся темноты, они смелые люди? Да. Так, ты темноты не боишься? Нет. Значит, ты какой? Мужик смелый. Вот, отлично. Кем хочешь стать? Какая профессия нравится? Строитель? Да. Водитель? Да. Врач? Водитель. Водитель большой машины? Да. А может быть, пассажирские перевозки, вот быть водителем автобуса, отвечать за безопасность многих-многих людей, как бы тебе это понравилось? Понравилось? Да. В школе хочешь учиться? Тебе уже скоро 6 лет. А умеешь там читать, может, буквы какие-нибудь знаешь? Да, знаю буквы. Знаешь буквы. Так, а стихи знаешь? Да. А мне расскажешь какое-нибудь стихотворение? Давай.
Я могу рассказать. Голосиста буква К. Голосиста буква А. Нашу книжку викрива. Не одна не йде, а що азбуку веде. Як веселу сказала, звук складається слова. Прекрасно, замечательно. Очень здорово ты прочитал стихотворение. Спасибо тебе большое. В сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з Сергієм та Сніжаною. Брат надзвичайно ніжно, з великою любов'ю та відповідальністю ставиться до молодшої сестрички. Вони дружні і багато часу проводять разом. Але дуже важливо, щоб в їх житті з'явилися дорослі люди, які б підтримали Сергійка в його прагненні стати професійним спортсменом. А Сніжана відчула, що її любить і захищає не лише брат, а й батьки. Снежаночка, вот я знаю, что ты знаешь стихотворение. Расскажешь? Это осень золотая, далит листья не сетая. Золотые далит листья вам и нам и всем подряд. А, Сереженька, расскажи, пожалуйста, о себе и о Снежане. Вот какие? Ну, Сніжана любить гуляти, любить собі, її там щось давали, ділились нею. А сама она может чем-то поделиться, если у нее, например, да, есть что-то вкусное? Может. А с кем она делится? С тобой, наверное? С подружками делится, со мной делится, да. Но а что вы любите вместе делать? Мы любим гулять вместе, бегать там, рисовать, да, складать что-то. А кто лучше рисует? Я. Ну, нам там мазы. Ну, смотря что, наверное, да? А что ты любишь рисовать? Я черепи малюю, там, косички плету. Ну, такие рисовали. А, в смысле рисуешь, да? А вот машины тебе нравятся? Да. А рисовать умеешь машины? Да. А вот смотри, вот что сложнее всего рисовать, по твоему мнению? Мне самое большое тяжело рисовать зуб из машин. А ты что любишь рисовать? Куклы. Куклы, так. А какие они? Вот ты сама их придумываешь или берешь какой-то рисунок и перерисовываешь? Да. Да? Ну, на что-то смотришь, да, и рисуешь сама. А какую бы тебе хотелось куклу? Красивую. Красивую. А что такое красивая кукла? Вот как она должна выглядеть, чтобы быть красивой? Как она должна выглядеть? Смотри, какие у нее должны быть волосы, вот прическа, какого цвета должны быть волосы и какая у нее прическа должна быть? Косичка. Да. Косичка. Ага, значит, вот смотри, у тебя есть косичка, да? Да, у тебя красивая прическа. Да. А кто тебе заплетал косички? Ольга Владимировна. Так, Ольга Владимировна, да, это воспитательница. Да. Угу. Так, у тебя есть косички, у тебя красивый свитерочек, у тебя замечательный сарафан. Наверное, ты красивая девочка. Да. Сереж, как ты думаешь, красивая Снежа? Да. Ты ее любишь? А как ты думаешь, вот когда вы вырастешь, когда ты вырастешь, когда Снежана вырастет, вы будете дружить, да, когда будете взрослые? Конечно. А хотели бы, тебе бы хотелось, чтобы вы жили рядышком? Тут у вас будут свои семьи. Да.
Будете поддерживать отношения теплые. А скажи, пожалуйста, мне, вот когда ты вырастешь, ты уже думал, кем ты хочешь стать? Да. Паркуристом. Ух ты! А что ты для этого делаешь? Это же сложный вид спорта. Трюки надо делать. Я... А ты сейчас как-то тренируешься? Да, уже натренировался 2 трюка. Ты тренируешься где-то, то есть это в школе, это с учителем? Да, с учителем делаем. Да. Бывает тут, когда выходим на улицу, делаем. То есть здесь ты продолжаешь, да, вот да. Уже сам мастерство свое совершенствовать. Хорошо. А ты кем хочешь стать? Фениксом. Фениксом? Винксом. Винксом? О, это я не знаю, что такое. Если феникс, я знаю, что это такая красивая очень птица, да, которая живет долго, то винкс я не знаю, что это. Кто это, вернее? Мультик такой. Ага. То есть тебе бы хотелось быть героиней мультфильма? Да? Ну, давай так уже перенесем это в обычную жизнь. Актриса. Актриса. А какой бы ты хотела быть актрисой? В фильмах. В фильмах, понятно. А веселых или грустных? Веселых. Веселых. А ты веселая девочка?